Всем привет! Агой-агой! Мы сегодня собрались немножко в другое место, и нужно было проехать через город Знойма. Но когда мы приехали в Знойма, мы поняли, что когда мы были здесь в прошлый раз, это, по-моему, была подзима, это осенью было. Мы очень мало здесь увидели, во-вторых, было прохладненько так, и решили досмотреть еще кое-что, пока не приедет автобус, который нам нужен. Но когда мы начали рассматривать окрестности, не знаю, лично я поняла, что я никуда не хочу отсюда сейчас уезжать, я хочу здесь гулять, здесь смотреть. Вот, вы все приезжаете в Чехию, кто хочет в Чехию, все, у всех ассоциации Чехия, Прага, Прага. Ребята, нафига вам эта Прага? Ну, вернее, нет, Прага нужна, Прага — это столица, Прага — это история, Прага — это действительно ассоциация с Чехией. Но я помню свой первый раз, когда я была в Праге, но он был первым и единственным, то, что не тянет меня туда пока что больше. Это был Карлов мост, и это была такая толпа людей, как вот, ну, наверное, в мавзолее Ленина, не знаю. И причем это было достаточно, по-моему, вечер, если не ошибаюсь. В общем, столько народу было, столько туристов, что, ну, я вообще не почувствовала себя комфортно. И рассматривала, я ждала в очереди, пока я захочу где-то там сфотографироваться. То есть это просто из ряда вон выходит. И, ну, Чеський Крумлов, вот все рвутся в Чеський Крумлов. А знаете ли вы, что Чеський Крумлов настолько уже туристический город, что есть целый проект, который организовала группа людей. Они платят семьям чешским с детьми, со всеми своими там, со всем своим скарбом, чтобы они в Ческом Крумлове, в каких-то квартирах в центре города пожили 3-4 месяца и воссоздали там образ жизни нормальной чешской семьи. Подушки на окнах, вешали белье, сушили, не знаю, пили там кофе на балконе. То есть, ну, нормально, гуляли с колясками, с детьми в песочнице, потому что там практически такой жизни уже не осталось, там одни туристы. И я в шоке была, когда я прочитала это объявление, ну, действительно, то, что, ну, на самом деле это уже, по-моему, через, ну, красивый город, все понятно, приехать туда. Но это не та Чехия, которая, ну, это просто картинка красивая чешская. А настоящая Чехия, она еще немножко другая. Она бывает разная, то есть, да. И вот сюда, в Знойма, стоит приехать, чтобы увидеть вот ту настоящую Чехию, природу чешскую, чешскую историю, здесь ее достаточно. И одно Знойма, в округе тоже достаточно мест красивых. Но самое главное здесь, наверное, природа. Здесь настолько красивая природа, что я просто дух захватывает у меня. И сюда нужно приехать не на один день, это раз. С ночевкой обязательно, то есть где-то заказать себе какой-то пенсиончик. Если у вас есть велосипеды, они очень вам здесь пригодятся. Здесь огромный просто парк, народный парк Поди, это заповедник, который ведет до Врановская преграда, это озеро огромное. Долина реки Дия просто безумно красивая. И, ну, в общем, у меня уже все, больше слов нету. Я настоятельно вам рекомендую приехать в Знойма и посмотреть здесь все эти красоты. Это стоит того, поверьте мне. Я сейчас поговорила, а теперь буду показывать все картинки того, чего я здесь насмотрелась, то, что очень хочется вам показать. Вот насколько я могу это сделать через то, что у меня есть. Все, всем пока. Агой-агой, встретимся на следующей неделе.
последней капличке мы встретили волчищу. Вон. То место, где мы были, наиуютнейшая природная резервация. Ну там только ее начало, конечно. Вот, она находится в такой в лощине, очень глубокой. И отдышаться бы. Вот, и чтобы забраться обратно, выбраться обратно в город, нам предстоит. Ну, мы уже прошли 2/3, видимо, надеюсь. В общем, еще 1/3 такого же крутого подъема. Но, несмотря на это, просто найдите один раз время приехать в Знойма и спуститься в парк в Знойма с ночевкой. Я повторяю, что это с ночевкой. Здесь одного дня явно мало, точно мало. Вот мы здесь второй раз, и все равно мы все не посмотрели, потому что мы находим новые офигенные места. Вот если бы здесь было так же хорошо с работой, как и с природой, мы бы здесь, мы бы сюда переехали с удовольствием. Уже 2 раза здесь были, и 2 раза у нас такая мысль возникла. Вот, но, к сожалению, ну так говорят, по крайней мере, что здесь тяжеловато с работой. Так, поехали дальше. Сплошная зелень вокруг. Блин, я смотрю, у меня аж слезы, знаешь, на глаза наворачиваются. Это счастье, наверное. В конечном итоге мы всей той красоты вот там сзади меня поднялись через ущелье на другую гору и уже вышли в город. Классный день, супер день просто. Офигеть, какой классный. Я с вами прощалась там на горе, когда рассказывала. Но, видимо, это было очень рано. Если вам лень по городу ходить пешком, вас может повести вот такой вот паровозик,